Привет, уважаемые зрители, подписчики нашего канала. Сегодня у нас субботний день. День, в который к нам приезжают наши покупатели и подписчики, да и все, кто просто пожелает с нами познакомиться поближе и увидеть. И сегодня в субботний день модель Waymo 1000N6 в комплектации Deluxe уезжает в Дергачевский район, село, как, Черкасская? Черкасская Лозовая. Вот, Александр, подойдите. Вот я хочу вас познакомить. Александр, он является нашим подписчиком. Он приехал к нам со своей супругой, еще раз, Анастасия. Я извиняюсь, она мне говорила, ну, знаете как, когда волнение и так вот все происходит. Но самая большая наша ценность, то, что это все вживую, уважаемые наши зрители. Сейчас Александр сам будет тестировать свой мотоблок, запустит. Наш специалист Александр, тоже тезка, рядышком будет ему подсказывать. Давайте, Александр, попробуем запустить мотоблок. Смотрите, Александр, всегда, когда запускаете, включаете кнопочку. И затем, давайте мы его сразу обучим. Краник у нас запускается на закрытой заслонке, потом убираем. Вот мы видим эмоции Александра от покупки данного мотоблока. Мы его перед этим показали, рассказали. Так, включаем скорость. Вот это, смотрите, в этом мотоблоке на скорость мы можем включить, но когда нажимаем ручку, он только тогда едет. Пробуем. Вот, Александр обучается вместе с нами, тестирует свою покупку. Так, Саш, давай теперь покажи назад Александру, как включать заднюю скорость. Напоминаю, уважаемые зрители, это субботний день, это тест-драйв мотоблоков, проверка. И все покупатели, которые к нам приезжают, имеют возможность в субботу перед покупкой протестировать, почувствовать, что это такое. Достаточно, Александр? Да. Вот Александр попробовал, говорит, ему достаточно этого тест-драйва. Выключайте. Можете прогазовать. Выключаем кнопочку ON. Вот сейчас мы проверили мотоблок Waymo 1000N6 перед тем, как отгружать нашим покупателям. В комплектации с мотоблоком идут вот такие фрезы трехсекционные. Они идут, фрезы, на шестигранном валу. И так как сегодня у нас праздник для наших покупателей и подписчиков, мы к мотоблоку Александру дарим вот такое сцепное устройство. Спасибо. Александр говорит спасибо. Я считаю, это как раз тот подарок, который необходим. Да. Ну, а мы анонсировали. Подходите, Анастасия. И для наших подписчиков, для наших женщин, которые, без которых не состоялись бы вот такие покупки, мы дарим от нашей компании вот такой набор полотенец. Ну и хотим сказать, вот видите, насколько очень важно приезжать к нам, быть нашими подписчиками. Ну и, уважаемые, ну если хотите, что-то можете сказать, живые мы есть на самом деле. Доверять. Да, вот вы то, что мы слышим от людей, которые на самом деле приезжают к нам и, ну, скажем, доверительнее, наверное, информации, чем услышать ответ от покупателей, ничего не бывает. Ну, всех с праздником, напоминаю, мы на канале Булаточка, спасибо вам большое.